Всем привет-привет! В сегодняшнем видео я наконец расскажу о своем уходе за волосами. Такого рода видео я не снимала примерно 2 года. Вы просили меня: «Женя, расскажи, как ты ухаживаешь сейчас за своими волосами после окрашивания, в каком состоянии твои волосы на данный момент, как твои волосы чувствуют себя после кератинового упрямления, как ты защищаешь свои волосы, в общем, расскажи про свои волосы». Девчонки, я сама рада, что села наконец снимать это видео, потому что я вам обещала, и меня гложил этот вопрос долгие годы и долгие месяцы, я постоянно об этом думала, но никак не могла сосредоточиться и сесть, и наконец-то вот я села, и сейчас расскажу вам все. Я поняла причину, почему я все-таки села и снимаю это видео. Потому что я собираюсь подстричь свои волосы. Я хочу избавиться от лишних волос, от убитых волос. Да, когда укладочка на голове, когда кудряшечки, все красиво смотрится. Длинные волосы смотрятся классно. Либо когда вы их вытянете, тоже все супер смотрится. Но когда вы помоете волосы и ничего с ними не делаете, то это вот так вот. Я не знаю, у кого в прекрасном состоянии волосы после мытья, но у меня лично и всю жизнь так было. Они после мытья у меня как мочалка. Может быть, из-за того, что я не парилась по этому поводу, я и отрастила свои волосы. Я знаю, что многие парятся очень сильно, думают, что у всех, как в рекламе, помыла, высушила, и они вот так как шелк развиваются, такие волосинки, как волосинки. Мне кажется, это только если человек ни разу не красился. Даже у моей дочки Сары не такие волосы, как в рекламе. Все равно их нужно расчесать. Их нужно увлажнить, и тогда у нее, в принципе, будут нормальное состояние волосы после мытья. Самое главное — сохранить вашу длину, так как я сохранила, в принципе, свою длину, они еще отросли длиннее, не считая того, что я подстригалась раз в 5 за все эти 2 года, и красила, и уход у меня был не супер люксовый и не супер пупер, все равно они у меня росли. Я думаю, многое зависит от генетики, все-таки, я повторюсь, потому что если у вас были всегда хорошие волосы, то как бы вы их ни красили, что бы вы с ними ни делали, что бы вы там ни пили, что бы вы ни ели, что бы вы на них ни мазали, они у вас будут хорошими, да. Но есть такие люди, у которых волосы очень медленно растут, и тоже ничего с этим не поделаешь. Разве что можно поспособствовать, принимая витамины, делать какие-нибудь перечные маски для корней волос. Можно стимулировать рост волос масками различными. В этом видео, мне кажется, вы не услышите ничего сверхъестественного. И в этом видео я не покажу вам супер средство для волос, от которого у меня вот сразу взяли и выросли вот такие волосы длинные. И если вам интересно, я оставлю ссылку на мое первое видео, но предупреждаю, беспонтовое, потому что я снимала его очень давно. Мне, в общем, не нравятся мои старые видео, я их стараюсь не смотреть лишний раз. Ставлю ссылку под этим видео, и перейдите, посмотрите мое стрёмное старое видео, но только не пугайтесь и не отписывайтесь от меня. Я раньше была блондинкой, у меня волосы были убитые. Я тоже оставлю, кому интересно, ответы на этот вопрос, как я перешла из блондинки в брюнетку, да, но сейчас я тоже блондинка, но это уже, наверное, 4-е окрашивание за весь период. И дело в том, что на тот момент я как раз забеременела, и мне было не до причесок, не до укладок. Я, получается, 9 месяцев ходила, отращивала волосы, я пила витамины. Я думаю, что витамины тоже поспособствовали, потому что я пила специальные для беременных. И, конечно же, за счет этого волосы стали лучше, отросли. Еще я знаю такой факт, что у многих беременных не выпадают волосы, ну, практически не выпадают во время беременности. В принципе, у меня было то же самое. Они у меня практически не выпадались, я их не травмировала, не подстригала, они у меня росли. Потом, соответственно, роды, да, потом я родила, еще примерно год я вообще ничего не делала с волосами. Я просто была вся в ребенке, в беременности и в семейной жизни. Уход был у меня элементарный, но поспособствовали этому расчески, поспособствовало то, что я меньше, мало их травмировала и так далее. Но это, об этом я рассказывала в своем прошлом видео. Уход мой, он практически никогда не менялся. Как мыло голову Хейл Шолдерсом, так и мыло голову Хейл Шолдерсом. Я понимаю, что там парабены, что он плохо влияет на волосы и так далее, но при этом мои волосы росли, были нормальные и, в принципе, красивые, да. Также я пользовалась дешевыми бальзамами для волос. Пантин, либо там Эльсеф, любой, реально любой шампунь, любой бальзам, любая маска это была. Главное, чтобы она была для окрашенных, поврежденных. Я всегда смотрела, о, для окрашенных и сильно поврежденных, для стекущихся. Всегда покупала такие маски. Во-первых, давайте начнем с питания. Питание должно быть у вас, в принципе, более-менее нормальным. Я люблю есть орехи. И орехи способствуют тому, чтобы ваши ногти, волосы
волосы были крепкими и здоровыми, да. Я стараюсь правильно питаться, конечно, у меня бывают погрешности, я питаюсь иногда там фастфудами, да, но это очень редко бывает. В основном я питаюсь правильно, я стараюсь есть полезные продукты всегда, и пить воду нужно обязательно. Если вы плохо питаетесь, если вы на диетах, на таких жестких, у вас могут выпадать волосы и вообще просто не расти, стать редкими. Все должно быть комплексно, и питание, и уход за волосами. Обязательный тоже важный момент — защищать волосы от внешних факторов, это от солнца, от холода, поэтому носите шапки, кепки, прячьте ваши волосы от соленой воды, если вы на море. Что касается ухода за волосами, во-первых, перед тем, как я мою волосы, я обязательно их прочесываю. Всегда это очень сложно, расчесать такие длинные волосы, во-первых, они у меня постоянно путаются, и у меня есть много расчесок. Черная массажная расческа, она у меня старая, побитая, не обращайте внимания. Ей я люблю высушивать волосы с ее помощью, если я вытягиваю. Потому что здесь расстояние между зубчиками широкое, удобно просушивать и одновременно как бы их вытягивать и просушивать. Плюс эта расческа массажная, она профессиональная, и ее можно приобрести, наверное, в каком-нибудь профессиональном магазине, где там разные штучки для всего. Но я не скажу, что я смогу этой расческой прям прочесать свои волосы идеально. Я смогу прочесать, но это будет гораздо дольше, чем, например, расческа от Tangle Teaser. Про эту расческу я особо рассказывать не буду, потому что про нее уже все рассказали, сняли отдельные видео и написали кучу отзывов. Это моя любовь, я обожаю эту расческу, и я советую, если вы собираетесь отрастить волосы, если у вас нет Tangle Teaser, обязательно приобретите эту расческу. Прочесываю волосы перед мытьем, начинаю с кончиков волос. После того, как я прочесала свои волосы, начинаю их мыть. В основном я люблю мыть волосы отдельно от тела. Для меня это отдельная какая-то банная процедура, которая должна быть один раз в неделю, там, воскресенье, например, банный день, да, когда вы полностью никуда не торопитесь, вам некуда идти. Вы можете помыть и голову, и тело, и в ванне полежать, либо там под душем, или в душе там часа два провести с масками и так далее. Это да. А все время я мою голову, наклоняясь просто в ванну и с душем. Поэтому я предпочитаю мыться отдельно. Отдельно голову, отдельно тело. Если я никуда не хожу, ни на какие мероприятия, сижу дома, то, соответственно, зачем мне лишний раз мыть голову? Если, конечно, тут экстренный случай, мне нужно выйти, то я пользуюсь сухим шампунем. Я раз показывала вам, какие у меня есть и в Инстаграме, и везде. Обожаю сухие шампуни, они выручают, и, соответственно, вы меньше травмируете ваши волосы, вашу длину волос. Не нужно мыть слишком горячей либо слишком холодной водой. Нужно делать просто приятную для вас температуру. Затем наношу шампунь на руку, распределяю, обязательно вот так нужно распределить, распенить шампунь. И вот начинаю именно с затылка мылить. Всю длину волос я не мылю. Я мылю только корни волос. Я хорошо вспеню, у меня образуется такая шапка. Затем, когда я уже начинаю, получается, с затылка смывать вниз пену, то, соответственно, пена промывает уже и оставшуюся длину моих волос. Все, шампунь я тщательно смываю. Я обязательно покажу свои средства для волос, которыми я пользуюсь, но чтобы вас не отвлекать, я расскажу сначала схему. После того, как я смою шампунь, я наношу маску для волос. Раз в неделю примерно я пользуюсь какой-нибудь супер ядреной маской. У меня есть такая маска, я вам покажу, очень я ее люблю. Я наношу ее на волосы и стою в таком положении минут 10. Жду, когда маска подействует. Затем я смываю маску и выжимаю свои волосы просто руками. Я их там не тру, полотенцем вот так нельзя тереть волосы. И заворачивайте в полотенце и идите, да. В полотенце я долго тоже не сижу, минут 5, наверное, от силы. Потом я его снимаю и хожу уже с мокрой головой. Я вот, если, в принципе, никуда не тороплюсь, я не сушу волосы вообще феном. Но если уж нужно срочно высушить их феном, то феном я сушу на минимальной температуре. Бальзамами для волос я тоже пользуюсь при каждом мытье головы. Дома я всегда хожу с дулькой на голове. Я просто собираю волосы в пучок и хожу с дулькой, потому что мне так удобно. Примерно 2 либо 3 месяца назад мне делали кератиновое восстановление волос, выпрямление. То эффект сейчас уже прошел. На данный момент 2 средства для мытья волос разных фирм. И я чередовала их. Поэтому я не знаю, какое именно средство смыло мой кератин. Вот честно. Теперь я даже не выясню это. Кератин у меня был активный, прям, знаете, такой прям жутко прямой. Это первый месяц. Наверное, волосы были очень-очень прямые, прилизанные, тяжелые.
и мне было сложно сделать какой-либо объем. Сейчас, когда кератин практически смылся, я могу уже делать и объем себе, и волосы стали намного пышнее. Я никогда раньше не делала кератин, и мне эффект, в принципе, понравился. Когда вы волосы высушиваете после мытья, они у вас прямые такие, знаете, волосинка к волосинке, как в рекламе практически, да, но у меня видно, волосы очень пористые, очень крашеные, перекрашенные, поэтому, может быть, кератин быстро и смылся. Больше никаких манипуляций с волосами такими внешними я не делала. Приступим к моему уходу. После кератина мне посоветовали ухаживать за волосами вот такими средствами. Это макадамия. Очень хороший уход за волосами с натуральными маслами. Это новая линейка. В Алма-Ате можно купить эти средства. У нас есть официальный дистрибьютор. Ссылку я оставлю под этим видео. До этого я никогда не мыла голову дорогими средствами. Всегда мыла Head & Shoulders. Я об этом говорила. И когда я попробовала макадамию, я была в восторге, честно, потому что мои волосы реально стали гладенькие, легче стали расчесываться. Конечно же, тяжело оценить стопроцентный эффект этих средств, потому что у меня на тот момент был кератин. Соответственно, волосы уже в хорошем состоянии после кератина. И когда я мыла голову этими шампунями, бальзамами и маской, то я не понимала, то ли это кератин работает, то ли эти средства, то ли все в комплексе и вообще эффект вау. Я не знаю, как эти средства будут работать без кератина, потому что они у меня практически закончились. Но хочу выделить отдельно вот эту маску для волос. Она невероятно крутая, и вот на самом деле она реанимировала мои волосы, мои кончики. Я прям иногда бывает такое, знаете, хочется свои волосы порадовать и сделать супер маску. Так вот, вот эта маска, она обалденная. Очень приятный запах у этой маски. Казалось бы, что одинаковая серия должна пахнуть одинаково, так нет. Бальзам и шампунь пахнут немного по-другому, нежели маска. Маска пахнет просто шикарно. Из этой линейки у меня тоже есть масло, которого нужно совсем немножко. Я только один раз выдавливаю его на руки, распределяю по рукам и наношу на всю длину волос, примерно до лица доходя, уже не выше, потому что если я буду наносить на корни, корни станут жирными. И обязательно нужно наносить масло, любое масло, ну, которое предназначено для кончиков, на влажный волос. Если вы будете наносить на сухие, то масло не будет работать. У меня еще есть от L'Oréal Professional Magnetic Oil. Ну, это масло хвалят многие, я его обожаю, им я пользовалась до макадамии. Очень-очень люблю. Либо у меня тоже недавно появилось масло, это жидкий шелк, кератин называется, от фирмы Chi, американский бренд по уходу за волосами. Жидкий шелк — это то же самое, что масло для кончиков волос, но намного круче, потому что сам компонент этого шелка, да, проникает в ваш волос и притягивает влагу. Этот шелк вы должны наносить тоже на влажные волосы, на кончики, и волосы, конечно, благодаря этому блестящие становятся, легко. У меня здесь маленький объем, но я вам скажу, что оно такое экономичное, хватит, наверное, мне этой бутылочки на год. Переходим мы к марке Chi плавно. Тоже эта марка без парабенов и без сульфатов, как они утверждают. Американская. У меня шампунь и бальзам Chi Lux. Пользовалась я шампунем и бальзамом одновременно, когда пользовалась макадамией, и я чередовала, поэтому не знаю, какое из них средство лучше, оно одинаково увлажняет. Конечно, если вы любите крутить волосы, вытягивать волосы и так далее, обязательно пользуйтесь термозащитой для волос. Обязательно, если вы хотите отрастить ваши волосы и хоть как-то их сохранить. Также я могу посоветовать кокосовое масло и масло Эмла. Я постоянно их показываю, я их обожаю. Это индийские масла. В Индии их покупала. Все-таки у индианок красивые волосы, но я, конечно же, замечу, что это все-таки тоже генетика. Но они очень любят наносить на всю длину волос вот эти масла. Причем на целый день ходить с кокосом на голове, с жирным таким эффектом, спокойно по улицам, целыми днями, это нормально для них. Поэтому чем дольше вы ходите с этими масками, тем для вас лучше. В основном я еще предпочитаю перед мытьем головы нанести на всю длину волос одно из этих масел и проходить минут 20, а затем уже смывать масло и мыть голову. Но это я делаю примерно раз в неделю, раз в две недели, не час. Подстригаю я волосы примерно раз в полгода.
на сантиметров 10, и все, больше нельзя, и я стараюсь их вообще, в принципе, не подстригать. Надеюсь, вам понравилось это видео, всем спасибо за просмотр, пока-пока!